Неожиданно для Молдовы затянулись крещенские морозы. Особенно сильно это ощутили на себе обитатели Кишиневского зоопарка. Многие вольеры с наступлением холодов кажутся пустыми, и работников на территории зоопарка стало больше, чем посетителей. Водоплавающим это нужно обязательно, чтобы была чистая вода, не замерзающая. То есть мы подготовили насосы, которые не позволяют воде замерзнуть. Теплые, это, кстати, зимники подготовлены для африканских животных. Это нильгау, это африканская, то есть зебра Чапмана. Для экзотических животных, это рептилии, попугаи, вы увидите там специально, это, кстати, и приматы, это значит у нас это теплые помещения, система обогрева у нас дублируется. Это увеличен рацион для хищников примерно на 10-15%, то есть если у тигра летом 8-9 килограмм, то сейчас 10-11 килограмм. Холода животные переносят по-разному. Для тропических животных создают привычный климат, а те, кто привык к переменам погоды, обходятся и без человеческой помощи. С птиц мы были вынуждены просто закрыть в вольерах, в земных вольерах. А часть птиц, имея в виду из водоплавающих птиц, осталась непосредственно на озере, которые более-менее лояльны к этим погодным условиям. Насколько вы видите, на озере сейчас находятся белые лебеди, кликуны, находятся несколько видов непосредственно диких уток, лысухи находятся и испанские гуси. Бурый медведь впал в спячку. Обезьяны, в рацион которых добавили дополнительное количество фруктов, в теплых вольерах поедают мандарины и орехи. Это их нелюбимое лакомство, считается дополнительным средством питания. Орехи мы собираем сами в своем зоопарке нашем непосредственно. На, малыши, иди сюда. Ксюша, на, орешек возьми. Ой, красавица. Смотри, как она протирает все, протерла и зубами. Раз, и все. Очень комфортно в наступившие холода себя чувствуют верблюды. Эти животные, родиной которых являются калмыкские степи, могут удерживать до минус 50 градусов мороза. В открытых вольерах в такую погоду также прекрасно чувствуют себя снежные барсы, волки, рыси и тигры. Для них холод и снег – привычная стихия.